Мой бессмертный полк, мои бабушка и дедушка прошли со мной торжественным маршем по брусчатке Красной площади в юбилейный год 70-летия Победы. Также с ними я посетила город Беломорск. В Беломорске находился в годы Великой Отечественной войны штаб Карельского фронта, где проходил службу мой дедушка Постников Николай Андреевич. Бабушка в это время служила в Ивако-госпитале 1834 в городе Беломорске. В 1944 году они познакомились. В 1945 году, когда закончилась война, дедушку перевели на Дальний Восток. В 1946 году бабушка поехала вслед за ним. Там они поженились. Они прожили долгую и счастливую жизнь. В нашей семье есть традиция. Мы каждый год участвуем в акции «Бессмертный полк». Мой дед, гвардии капитан Кротов Степан Ефимович, прошел всю войну. Закончил он ее в Кенигсберге, где был очень тяжело ранен и в дальнейшем получил медаль за взятие этого города. В нашей семье есть очень интересная история. Получив одно из тяжелейших ранений в полевом госпитале, ему был вынесен страшный приговор, безнадежен. И фактически перед самой уже возможной смертью пришло письмо из дома, где у него родилась дочь, моя мама. И бабушка прислала ему фотографию. У мамы еще не было волос на голове, и положили просто бантик, чтобы показать, что это девочка. Медсестра в полевом госпитале сказала деду: «Посмотри на дочку перед смертью». Когда он посмотрел на эту фотографию, он передумал умирать, выздоровел, ну и после этого воевал еще несколько лет. Дед умер в 63-м году, с тех пор мы всегда отмечаем 9 мая как один из самых светлых праздников для нашей семьи. Мы гордимся нашим дедушкой, и вот сейчас мы всей семьей ходим на акцию «Бессмертный полк». Присоединяйтесь! Моя мама Пушкина Агния Николаевна в начале войны ушла добровольцем, как вольно-наемная, на военно-госпитальное судно «Вятка», где работала по уходу за ранеными день и ночь без устали до августа 1941-го. В сентябре 1941 года она была зачислена проводницей санинструктором в войсковой военно-санитарный пояс в составе Карельского фронта. Ее ставили на самые трудные участки работы, потому что была очень трудоспособной, выносливой, сильной. Вагоны, так называемые кригеровские вагоны, в которых перевозили раненых офицеров и солдат. Мама вспоминала о том, что в районе станции Лохи поезд очень сильно бомбили. Вагоны ходили из стороны в сторону. После окончания войны с Германией поезд был переброшен на Дальний Восток, где шла война с Японией. До сентября 1945 года поезд продолжал вывозить раненых бойцов в тыл. Демобилизовалась мама в декабре 1946 года. Она была награждена медалями за оборону Советского Заполярья, за победу над Германией, за победу над Японией и орденом Отечественной войны второй степени. Мой прадед Василий Михайлович Бугаев родился в 1925 году. В 17 лет он пошел в школу разведки. После ее окончания с января 1943 года он воевал в составе Нарвской ордена Кутузова бригады. Он храбро сражался на Ленинградском, а затем на втором белорусских фронтах. Вот что пишет про него командир в наградном листе. Василий Бугаев – смелый, дисциплинированный разведчик. Перед форсированием реки Висла он оказался заблокированным в доме немцами. Он отбил все многочисленные атаки противника. А при подготовке форсирования реки Одер он участвовал в группе сопровождения глубинной разведки. При столкновении нашего катера с противником Василий Бугаев начал стрелять, отвлекая вражеский огонь на себя. Советская лодка благополучно причалила к берегу. Мой прадед был ранен. Всего мой прадед был ранен 4 раза. Он был награжден медалью за отвагу, за оборону Ленинграда, орденом Красная Звезда. Я горжусь своим прадедом и буду помнить его всегда. Мои родные дяди Дерягин Александр Артемьевич и Дерягин Григорий Артемьевич родились в деревне Кимжа Мезенского района. Александр Артемьевич был призван в самом начале войны и пропал без вести. О нем нет никакой информации.
Дерягин Григорий Артемьевич был призван в начале лета 43-го года, как только ему исполнилось 18 лет. А 6 июля 43-го года он уже погиб под Харьковом. Пошел на войну рядовым, а погиб младшим сержантом. И еще одна маленькая история семейная. У Григория Артемьевича была невеста, которая провожала его на войну. И когда она узнала, что он погиб, она больше никогда не вышла замуж. Светлая им память. Мой дед Александр Андреевич Багрецов родился в 1913 году в деревне Уйма Архангельской области в семье поморов. Вся семья занималась рыбным промыслом. Окончил 7 классов и до совершеннолетия работал в рыболовецком колхозе. В 18 лет пошел матросом на рыболовном судне. До войны прошел путь от матроса до штурмана, а во время войны воевал на Северном флоте. В составе десантных войск участвовал в обороне северных границ и проведении десантных операций у Кольского полуострова. Во время боевых операций получил 2 боевых ранения. За успешное проведение операции «Смелость и отвагу» был награжден орденом Красной Звезды, а также медалями «За отвагу» и «За освобождение Заполярья». После окончания Великой Отечественной войны поступил учиться на судоводителя. С 1948 года ходил капитаном на рыболовных траулерах с промыслом в Белом, Баренцевом и Северном морях, а также в Атлантическом океане. Умер он в 1970 году. Мы помним и гордимся нашим дедом Александром Андреевичем Багрецовым. Тетерин Александр Васильевич, мой прадед, наш герой, родом из Пермского края, поселок Пашия. Его военная история началась в первые дни войны. 28 июня 41-го он был призван из города Чусовой. В расцвете сил, молодой, здоровый, красивый, труженик. В свои 32 у него была ответственная работа на заводе Пашия, дом, хозяйство, любящая семья, жена и 2 крошки, дочери Валя и Зина. Его жена Анна Петровна ждала третьего. Александр Васильевич, мой прадед, так и не узнал, что у него родился сын. Рядовой Тетерин пропал без вести в октябре 41-го. К сожалению, в нашей военной истории еще много белых страниц. Заполнить их уже дело наше, внуков и правнуков. Спасибо тебе, наш герой. Мой дед, Ковальчук Павел Дмитриевич, прошел всю войну с первого до последнего дня без единого ранения. В 1939 году прошел обучение в Кронштадте и в 1940 году начал свою боевую службу на кораблях Беломорской флотилии в составе Северного флота. В должности дальномера нес ходовую вахту на мостике помощником дежурного офицера. В апреле 42 года принимал участие в высадке десантов. При налете вражеской авиации давал точную дистанцию, чем обеспечил меткий огонь зенитной артиллерии и выполнение кораблем поставленной задачи, за что награжден медалью за боевые заслуги. В декабре 44 года обнаружил подводную лодку противника и своевременным предупреждением дал возможность принять срочные меры и ликвидировать опасность. За заслуги в Великой Отечественной войне награжден орденом Красной Звезды. Закончил службу в Архангельске в 1947 году. Мой дед Королев Николай Михайлович воевал с 1941 по май 1946 года. В начале войны он командовал реактивной установкой «Катюша», а закончил войну командиром батареи «Катюш». Принимал участие в защите Ленинграда. Был ранен в голову и в руку. После окончания войны с Германией был направлен на восток воевать с японцами. После окончания войны с Японией был назначен инструктором в китайскую армию. Учил военнослужащих китайцев обращаться с реактивным минометным оружием «Катюша». После войны работал директором 15-й школы для детей-сирот города Архангельска. Шульгин Михаил Павлович, родной брат моей мамы, родился в 1923 году, и после 7 класса он закончил курсы
киномехаников и с киноостановкой ездил по деревням, катил кино. А в 1941 году его забрали в армию, и он тут же попал на Ленинградский фронт. И в первый же год войны 18-летний парень был смертельно ранен и погиб. В селе Могилёво Ленинградской области он похоронен в братской могиле. А в городе Онеге Архангельской области, в парке Победы, на обелиске высечено его имя. В нашей большой семье Доценко, Шульгиных, Матвеевых, Лепушкиных мужчины знают, что такое честь. Мои прадеды воевали. Мамин дедушка Петя был настоящим героем. Он победил фашистов. Мой дед Петр Прокопьевич Лепушкин воевал и освобождал Европу. Это его медали. Они главная ценность в нашей семье. Мой дед знал, что такое Родина. Я хочу быть на него похожим. Мой дед Георгий Евгеньевич Гримлевкович, участник обороны Ленинграда. В составе 71-й отдельной ремонтной бригады он обеспечивал эвакуацию танков и артиллерийских тягачей с поля боя, обеспечивал их ремонт, участвовал в боях, представлен к многим наградам, получил медаль за оборону Ленинграда, медаль за боевые заслуги, медаль за победу над Германией. В городе оставалась его жена, сын, мой отец, которые пережили все 900 дней блокады. Благодаря таким людям, как мой дед, как Георгий Евгеньевич, Ленинград выстоял, отбил врага, не сдался, и мы отпраздновали победу. Мой дедушка, Комаров Тимофей Андреевич, в начале Великой Отечественной войны был призван в Советскую армию. Прошел обучение в Челябинском летном училище и стал штурманом ночного бомбардировщика. В течение всей войны вместе со своим экипажем он совершал вылеты с оккупированной советской территории в Польшу и в Германию. В итоге, пройдя всю войну, он закончил ее в Варшаве. Получил медаль за взятие Берлина, потому что, когда еще советские войска только продвигались на запад, участвовал в бомбежках, в ночных бомбежках Берлина. А в это время, пока он воевал, в Москве училась его будущая жена, которая участвовала в обороне Москвы, строила заграждения и рыла окопы, за что получила медаль «Ветеран тыла». В 46-м году им суждено было встретиться и пожениться. К сожалению, я так никогда и не увидела своего деда, потому что он умер в 1971 году в результате врачебной ошибки. Но я с гордостью могу сказать о том, что это был замечательный человек, который после войны сделал карьеру юриста и стал прокурором Кустанайской области. Светлая ему память! Мой дедушка Рахлов Александр Иванович начал службу в 1939 году на Финской войне. После ее окончания в 1941 году он был призван на Первый Украинский фронт. В течение всей войны он был несколько раз ранен. Самое тяжелое ранение было в 1945 году, в апреле месяце. Он был контужен и потерял левую ногу. В результате этого попал в Архангельск в госпиталь, где я познакомился с моей бабушкой, Рахловой Ольгой Николаевной. Из рассказа моей бабушки, госпиталей в городе не хватало, и школы переоборудовали в госпиталя. После войны бабушка с дедушкой поженились и прожили счастливую жизнь. И у них родилось две дочери и трое сыновей. Мой дедушка награжден 5 медалями и 2 орденами Великой Отечественной войны. Еще мой дедушка имеет благодарственную грамоту от маршала Конева за героизм и храбрость, проявленную во время Великой Отечественной войны. Мой дедушка Иван Иванович Пометихин, уроженец Орловской области. Он принимал участие в сражениях на полях Орловщины. Дедушка был танкистом, и в его танк попала фашистская граната. Танк загорелся, дед получил множественные ранения. И от взрыва гранаты у него повредился слух. Но, к счастью, он выжил и прожил долгие годы после окончания войны. Я очень горжусь своим дедом. Мой прадед Сметанин Сергей Васильевич с первых дней Великой Отечественной войны вступил в ряды Красной армии. Во время войны он участвовал в Курском сражении, в освобождении Варшавы и Польши, во взятии Берлина, а также в ликвидации фашистской группировки в Чехословакии. После окончания войны прадед еще 3 года служил на территории Германии
и только в 1948 году он вернулся в родные края, в село Конёво. В 2013 году наша семья в память о прадеде выпустила книгу с собранием его статей в газетах «Правда Севера» и «Правда». Мой прадедушка, Кокин Степан Прокопьевич, был призван на фронт в январе 42 года из села Нижняя Пёша Ленинского автономного округа. Сопровождая конные обозы, он шел пешком до Архангельска, а это около 500 километров. Он защищал подступы к блокадному Ленинграду. 2 декабря 43 года он стоял на посту по охране штаба полка в районе Ладожского озера. Авиация противника совершила налет по расположению штаба. В результате разрыва авиабомбы прадеда полностью засыпало землей. Сослуживцы случайно заметили кусочек шинели и откопали его. В результате разрыва прадед получил тяжелую контузию и вернулся с войны инвалидом. Был награжден медалью за победу над Германией, орденом Красной Звезды, медалью за боевые заслуги. К сожалению, его фотографии не сохранилось.